Я всех приветствую, вы на канале Христуль Софина. И сегодня мы поговорим о живых картинах. Вы заметили, что когда рисуем картины, некоторые картины хорошо продаются, некоторые картины застыли. От чего это зависит? Любая картина – это ваше состояние. Картина – это энергия. И проводником какой энергии вы являетесь, тем вы наполняете свое детище. Меня очень давно не было уже на канале. Не знаю, летом, наверное, последнее видео записывала. Меня интересовала немножко сейчас другая деятельность. Каждый, кто сейчас занимается творчеством, постепенно будет учиться управлять своей реальностью. Но об этом, может быть, в другом видео. Во что ты веришь, то и будет. То есть вы творцы своей реальности. Если вы закладываете на моменте, когда рисуете картину, что «Ой, я рисую из нужды, я сейчас ее продам, вот такие деньги получу». Все этого достаточно, чтобы активировать программу нищеты. И такую картину навряд ли вы продадите уже. Хотя мало таких художников, я знаю, потому что в основном у всех это прет изнутри, да, эта энергетика, вот это вот хочется выплеснуть, это как поток, поточная энергия. Даже вы замечали, что продали одну картину, а другую такую уже заказывают, уже не очень хочется ее писать. Почему? Потому что тут уже нет такой свободы, да. Но выбор твой, писать, не писать. Но я скажу, я тоже писала картины на повтор. Если «Совушку» я писала, сколько я, 3 раза ее писала, и каждый раз энергетика другая. Так как я являюсь проводником сверхчистоты, соединяясь в канале, энергетику, которая посылалась именно этому человеку, которая она ему нужна была, заземлялась в этой картине. То есть, еще раз хочу сказать, картины – это не вещь, это энергия. Так же, как и деньги, это не бумажки, это энергия. И поэтому, если вы пишете картину, думая о деньгах, то есть представляя и уже материальный объект, деньги, то картина не будет продаваться так, как вы хотите. Но если вы идете на состояние, то да, ваша картина обязательно найдет своего обладателя, покупателя. Поэтому, выбирая картины, если вы сами будете покупать, обязательно смотрите, кто их пишет, какое состояние оно у вас вызывает. То есть вы эту энергетику приобретаете в свое поле. Прекрасной весны всем. Множество потенциальных реальностей уже существует в моменте. Просто выбери свою.